Всем привет! В этом видео покажу, как изменить мелодию звонка на iPhone или по-другому, как изменить рингтон без использования сторонних устройств, то есть без компьютера, без ноутбука, просто с одним вот айфоном, как изменить на нем мелодию звонка. Смотрите, например, мы найдем сейчас мелодию в интернете, будем использовать стандартный браузер Safari, в Яндексе напишем Клава Кока, например, скачать. Скачаем, например, любую песню. Например, скачаем «Покинул чат». Загрузить. Вот она у нас загрузилась. Весит 7 мегабайт. Теперь нам нужно скачать приложение, которое позволит нам установить эту песню как рингтон. Приложение называется GarageBand. Оно от разработчиков Apple. GarageBand, прям так пишем по-русски в App Store, находим вот такое приложение, скачиваем его. Все, программа скачалась. Кстати, будьте внимательны, она весит 1,6 гигабайта, поэтому заранее подключитесь к Wi-Fi. Нажимаем «Открыть». Вот так выглядит программа. Здесь нажимаем «Продолжить». «Продолжить». «Не разрешать». И вот здесь мы выбираем, листаем, выбираем аудиорекордер. Нажимаем. Теперь слева вверху нажимаем на вот такие полосочки. Теперь нужно нажать на плюсик, который находится вот здесь. Нажимаем. Сюда нажимаем. У нас будет стоять автоматически, либо вот так. А мы тогда, если автоматически, то мы убираем эту галочку. И в ручной настройке выставляем 30 секунд. 30 секунд будет длиться наша мелодия, потому что больше 30 секунд нельзя поставить рингтон. Нажимаем назад. Нажимаем теперь вот на это такое колесико. Файлы. Посмотреть объекты в приложении «Файлы». И здесь выбираем скачанную нами мелодию Клава Кока. Вот она здесь появляется. Нажимаем. У нас происходит воспроизведение. Зажимаем ее и переносим вот сюда. Здесь мы можем ее, если хотим, обрезать. Например, обрезать начало чуть-чуть, чтобы у нас было именно с припева. Ну и когда мы закончили, нажимаем здесь на кнопочку, на стрелочку такую, «Мои песни». Все, она теперь находится в моих песнях. Удерживаем на ней. Вот в таком меню нажимаем «Поделиться», «Рингтон», «Продолжить». Можем задать ей название. Например, Клава Кока. Нажимаем кнопочку «Экспортировать». Готово. Теперь нажимаем «Использовать звук как». И выбираем, например, стандартный рингтон. Теперь можем проверить. Заходим в настройки. Звуки, тактильные сигналы. Здесь рингтон. У нас стоит, видите, Клава Кока. Нажимаем. Все, отлично. То есть у нас теперь стоит эта музыка на рингтоне. Сейчас посмотрим, вот как выглядит звонок. Включу громкость. Отлично. То есть теперь у нас стоит это на рингтоне, и все работает, проверено. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на этот канал. Всем удачи. Пока.